Так получилось, что 4 года не был в своем родном городе Омске. И вот именно в этом году, в таком нашем знаменательном, да, победоносном и чемпионском, хотелось поделиться радостью с своими близкими, родными, со своим тренером спортшколы и всем городом в целом, поделиться с теми эмоциями, которые вот мы переживаем. И на этот кубок, по мне, он должен нести какой-то посыл добра, какой-то, я не знаю, самоотдачи, стремления. И на вот наша победа, да, она была долгожданная, и мне кажется, как-то стоит со всеми делиться этой большой радостью. А съездил, все прошло хорошо, встретил город замечательно. Спасибо прежде всего всем, кто пришел в спортшколу, да, в Сдюшор номер 9, да, в городе Омске. И просто имели возможность сфотографироваться. Я сам там со мной хотели сфотографироваться. Я говорю, сами, ребят, давайте там фотографируйтесь. Ладно, я там кубок. В общем, все прошло великолепно. Я доволен. Кубок вернулся к себе домой, в Москву, на родину, в УСК, ЦСКА. Так что пойдет сейчас. Будет хорошо натерт, чист вообще до блеска. Там ни одной царапинки не оставили. Все прошло замечательно. Так что сейчас его пойду натру и поставлю на свое законное место. Я от себя бы, прежде всего, если бы просил, то просил, конечно, за представление к награде своего тренера Стужука Дмитрия Александровича. И для меня было бы приятно, если бы его хоть как-то поблагодарили за то, что он взрастил такого спортсмена, который вот из города Омска, так скажем, мич, и имеет такое звание чемпиона Евролиги. Так что, причем дважды. И мне кажется, вот тренерам надо помогать.